Портрет Врангеля. Опа. Жесть, третий президент Врангель. Врангель в белом костюме, в военном стиле, царь Врангель, президент Врангель. Какого Врангеля выберешь ты? Выбирай кавалерию. Нет, мы за Врангеля собираемся играть в плане козак-лидер. Ну, как бы... Берешь? Все в порядке. Первым делом идем на Киев за 3 дня, я думаю. Так, нам бы в своей стране восстание не грести. Чтобы посмотреть, что нам надо, нам нужно просто открыть книжечку и все. Вот, розовики нам не надо. Серьезно? На, серьезно, я не верил. Жестко. Я же правильно изучал? Не, надо было идти в книгопечатную машину сразу. Итак, тяжелая история. В плане, да здравствуй, Костя. Слава Украине. Героям слава. Российская конституция очень интересна. Если что, то как бы всегда, когда можете коммунистов пожарить, жарьте. Исландская независимость. ПСР не смогла укрепить свою слабую власть в России. Сегодня несколько высокопоставленных военачальников под руководством Лавра Корнилова с помощью российской армии захватили администрацию здания в крупных российских городах. Итак, стачка рабочих в Петрограде. А мы должны разобраться с бунтовщиками. Если мы попробуем договориться с красными днями, я схватить власть в свою руку, поэтому мы будем арестовать. Корнилов укрепляет свою власть. Прошло много времени. Очень. Когда прошел месяц, с тех пор, как Лавр Корнилов и верный ему военный генерал захватили власть в России. Теперь пришло время реформировать страну, создать новое временное правительство, чтобы удовлетворить наши потребности. 10 стабилы, 100 политики. Новые фокусы — это... Вот эти. Корнилов, Дроздов, Порный царь, Врангель. Еще и Деникин, вот крестьянский марш. Конфликт с Деникиным и Врангелем. Когда Лавр Корнилов пришел в власти, стал лидером России, раскол в рост стал еще более явным. Глава блестящих офицеров Деникин и Врангель со всех сил пытается повлиять на Лавра Корнилова и его политику. Но очевидно, что вам нужно поддержать Врангеля. Я поддержу Врангеля. Голосую за Врангеля. Фокус. Голосуй, не голосуй, а получим... Специальной военной операции. Владимир Владимирович Мария Бочкарева, полковник российской армии, герой Великой гражданской войны в России, недавно обратилась к правительству с просьбой разрешить формирование первой женской дивизии путем объединения с учреждением женских батальонов смерти, которые впоследствии должны послужить основой для формирования женского корпуса. Фокус на внутренней ситуации. Видите, на 20% еще больше увеличивается влияние Врангеля, правая веточка. Где же я тебя видел? Семен Семенович. Социалисты пришли к власти в Донской Республике. Новый лидер нации зашел так далеко, что открыто критикует наше правительство и провозгласил себя преемником Ленина. Так давай объявим войну. Я не против. Поехали. Да куда коней, блин, в одной дивизии? Да кони надо, кони! А ты можешь так сделать? О, Дон. Дмитрий, Димон Медведев или Максим Штирлиц? Откуда он? Вот в чём вопрос. Ой, сейчас как забаним синдикалистов. Как они? Казахи переступили черту. Это война. Господи Иисусе, за что ж ты нас втянул в счёт? Христос воскрес! Со всеми этими разговорами о прогрессе и современности Россия потеряла свою душу. Чтобы сохранить свою идентичность, мы должны отстаивать традиционный русский бипка. Бипка. Это Корнилов, если что говорю. А-а-а. Фокус на пропаганде, видите, помогает Деникину. А поддержка от православных. Связи церкви помогает Врангелю. Вот такой вот. Конечно. С детства за православную. Православная шишка. Ну, я не знаю, Россия 22 хороший перевод. Это танк, наверное, 22 танк. Так, теперь уже у нас Деникин остается членом РОС, то есть никем. А Врангель серый кардинал. В тот момент, когда этот старичок умрет, кто-то придет к власти. А кто же это? Бэтмен! Корнилов укрепил власть своей хунты. Но для повышения эффективности своего управления ему теперь следует определиться в составе кабинета министров. Борис Савенков, бывший террорист и социалист, ставший популистом и националистом, защитник русских крестьян в Думе, талантливый писатель, а также лидер. Да, мы поняли уже. Да, готов принять роль сторонника Корнилова и начать восстановление Российской империи, общества на основе идеологии национального обновления. Другой вариант – Петр Врангель, помощник Корнилова по РОВС, однако Корнилов – популярный харизматичный лидер. Третий путь – оставить его на посту главы правительства и подготовиться к принятию мантии верховного правительства. И как вы знаете, нам нужно, чтобы Черный Барон,
возглавил правительство. Ой, же так? Сразу и, Корнилов, да, помер. Смерть Корнилова. Так неожиданно и приятно. Вав Георгиевич, верховный главнокомандующий президент России, скончался прошлым. Черный шиза король. Петр Вранг. Стабильность плюс 5, скорость восстановления двигателя плюс 5. Ну, кстати, неплохие бафы. Минус. А где баф на кавалерию в плане? Ну, у тебя же тут баф на кавалерию. Врангель укрепил свою власть, но теперь пришло время решать будущее российской политики. Первый выбор – восстановить демократию. Однако при авторитарном консервативном правлении... Второй – восстановить Кирилла I в качестве российского императора. Но третий – провозгласить Врангеля царем России, сохранив военное правление. Именно этим мы сегодня и займемся. Ты что, дурак, блядь? И теперь он не Врангель, теперь он Петр IV. А бафы где? Плюс 5 стабилки же. Отлетаешь. Паня, то есть до этого у него было, а теперь нет? Да, мое почтение, спасибо. Он начал жизнь снова с чистого листа. Ну, но у нас теперь есть вот бонапартизм. Будет добавлен идея русский Бонапарт. Бонжур, ёпта. Нони! Так он царь или Бонапарт? Или он Николай I? Ну, когда-нибудь наша шуза определится. Джимон Джиан Салат. Сказал русский Бонапарт, который будет вести нас как сильный харизматичный лидер, поддерживающий свой народ. Портрет Врангеля. Опа. Жесть, третий президент Врангель. Врангель в белом костюме, в военном стиле, царь Врангель. Президент Врангель. Какого Врангеля выберешь ты? Эль президенте Врангеленде. Это так прям прикольно. Стратократическое правительство. Не знаю, что это такое. Но стабильность плюс 10 и скорость строительства военных заводов. Блин. Стратократия. От греческого стратус, армия, войско, плюс кратос, господство, власть. Одна из форм правительства во главе с военачальниками. Это не то же самое, что и военная диктатура, где политическая власть военных основана на принуждении или даже поддерживается законами. Напротив, стратократия — это форма военного правительства, в котором государство и армия традиционно есть одно и то же, и в котором государственные посты обычно занимают военачальники. Отжарь социалистов, получи стабильность. Мне нравится название, как бы то самое чувство, когда, ну, в твою страну пришел правитель русский. Черный царь, монопартизм, тевтонская дисциплина, казацкая душа, русский конституционализм. Слушай, а го быстро в экспансионизм, и на Кавказ, и кубанские казаки, и пока они не это то, мы их трах-бабах. Разъяснил, я считаю, я согласен. Программа перевооружения. Ну тут даже, видите, нечего говорить, вы и так знаете, чем это закончится. Русский человек всегда готов умереть. Экспансионизм. Весь мир в труху. Ё-моё, 800 тысяч на полях сражений сражаются. За родину. За Петра IV Врангеля. Итак, мы изучили фокус, и теперь мы можем кубанские казаки. Надеюсь, что делать с Кубани, да и что делать с Кубани. Стрик, тут кубанские казаки, чисто вопрос, да? Тут чисто сразу атаковать государство Калмыкии. То есть с Калмыкией мы торговаться даже не будем сразу, да, или что? Статус Калмыкии. Объявить войну. А то есть тут только одно, начать рассылать агитаторов. Ну ладно. Так, а что у нас тут уже он? Германская Бельгия. Тут уже германская Бельгия. What? What the fuck? Русский переворот удался на Кубани. Опа! Отлетаешь! А что вы делаете в моем холодильнике? Вы что, хотите кушать? Калмыкия капитулирует, целые 3 района. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Как только вы наберете 20 лайков, на следующий день выйдет вторая часть прохождения. Пока-пока.